Привет, зритель. Сейчас у нас тут будут и пустые баночки, и уход, и, возможно, парфюм, когда я отсюда вырезу и засунусь, у меня, кажется, моя панель слегка косо стоит. Ну, пофиг. Короче, сначала это будут пустые баночки. Их немножко, но я решила это осветить. У меня закончился тропический такое путешествие, гель для душа с ароматом манго франджипани с натуральными экстрактами. Упаковка подходит для переработки 250 мл. Avon Senses гелик от подписчицы Лёли. Там капля осталась. Я его сегодня окачивала и выливала на себя. Сегодня у нас 30 марта. Я собрала последние остатки силы, все-таки уселась писать. Слегка перед этим прогулявшись. Хороший гель для душа в том плане, как если как жидкое мыло. Ну да, видно, тут дозатор. Этот дозатор от какого-то эйвоновского мыла от Лёлечки. Он у меня качует от гелика к гелику. Вот я его юзала в основе сначала как жидкое мыло, а потом я его юзала как гель для душа. Как гель для душа надо очень много на себя, чтобы было пеле. Чтобы хватило тушку помыть. А у меня всего лишь 165,5 сантиметров. 162,5 сантиметра. Гоню я что-то. Короче говоря, я совсем невысокий маленький эльфик. Короче, в общем, что? На тушку, чтобы помыть, надо много гелика. А вот чтобы... На ручку, чтобы... Помыть ручки надо мало гелика. Я не знаю, что с ним не так. Пенится вроде хорошо, но вот если на губочку, то пены хрен мало. Ну, в общем, хороший гель для душа, как жидкое мыло. Спасибо, Лёля. У меня не было заявлено на уход марта масочек, тряпочек, но они были. И все, по-моему, они все-таки разные. Это фирмы. Это Image, или фиг её знает, или Image. У меня от этой фирмы есть роликовый кремик, который будет на уход следующего месяца. Ха! Называется. Китайский маск тряпочек. Ничего, такая хорошая масочка-тряпочка. Увлажняющая. У меня тут еще какая-то. А, наверное, это... Нет, это у меня другая тряпочка от масочки-тряпочки. А может и нет. Может и та. Фиг знает. Ну, короче, это вот у меня. Да, это от другой масочки-тряпочки. У меня я купила как-то на Озон на подарки сестрам и родне масочки-тряпочки наборами отдельно. И один набор чисто для себя. И вот. Я даже на него отзыв на Арике писала. Я в инфобоксике в закрепленном комменте оставлю ссылочку. Может, кому-то интересно, почитайте. Мне капнет 5 копеек за ваш просмотр. Если до конца нормально прочитаете. Не менее 15-20... Не менее 20 секунд, что ли. Ну, короче, в общем, тут вот такое лицо. Это витамин маска. Маска с витаминами от Биаква. Тоже китайская. А эту я буквально вчера использовала. И в них, кстати, вот тут даже сыворотка еще осталась. Очень много сыворотки в них. Вот. У меня тут три масочки-тряпочки. У меня тут этот пробничек закончился. Скин пробиотик, скин гидро. У меня такая сыворотка была. Я хотела сфоткать все свои пустые баночки с прошлого месяца и выложить в инсту и написать на них там постик. Но забыла и часть баночек выкинула, а часть баночек оставила. Что-то меня за руку взяло, и я вот оставила. И домовой, наверное, польский, не иначе. Короче, домовой меня за руку взял и сказал мысленно, хрен ли ты тут выкидываешь. И я часть оставила, думаю, потом вспомнила, блин, я же хотела зафоткать эти баночки, выложить в инсту, написать пост. Короче, у меня часть баночек осталась. Я подумала, что потом вот закончится полноценная сыворотка у меня, другая. И я сравню ее с той полноценной сывороткой вот этой вот, скин гидро. Чисто таким вот. Вот это и вот это. И плюс-минус, и чё как. Стоит ли покупать скин пробиотик сыворотку за хрен знает сколько, 1000 с чем-то. Или купить гетековскую сыворотку за 300 с чем-то. Разницы никакой, только цена. Короче, сыворотка с пробиотиками гиалуроновой кислотой, максимальное увлажнение и регенерация. 2 мл. Неплохая сыворотка после тоника увлажняющего. Я ее наносила. На один раз вообще вот этот пробник. Так, у меня тут пара масел закончилась. Коробочки я от них уже турнула в этот самый насажение в сад. Это у меня лаванда, натуральное масло, и мята. Мяту я и то, и другое я использую для своего самопального дезика. Вода и эфирное масло потрясти, прысь-прысь,
Подмышки. Подмышки, подкошки. Короче, мне очень нравятся натуральные масла. Их можно купить в аптеке. Я в аптеках обычно покупаю. Еще видела их на Вайтберрис. Может быть, они даже на Озон есть, не знаю. Но вот на Вайтберрис они мне в наборах попадались еще год-полтора назад. Качество очень хорошее. У них вроде даже есть какой-то отдельный ролик про ароматерапию у меня на канале как раз про эти масла. А еще я добавляла как ароматизацию помещения аромалампу. А еще я тут внезапно, наконец-то, первый раз за все это, за все 3 месяца в этом году. Я, по-моему, да, первый раз. Я приняла ванну с пеной, с сывороткой молочной козьей и коровьей, с простоквашей козьей. Она у меня просто на балконе стояла, про нее забыла. Вот еду уже никак, а для косметики нормально. И у меня там была шипучая соль для ванн, но бумажки не осталось, она у меня была в уходе в каком-нибудь там в обзоре, ну, видели, наверное, может быть, не видели, не суть важно, в общем, такая звездочка хорошая, такая звездочка была в наборе с губкой, я ее на Вайтберрис покупала. И вот туда одно из этих масел фигачило. Хорошее масло. Такс. Я раньше что-то очень много покупала этих масел, у меня есть специальный сундучок для этих масел. Мне, по-моему, моя тетя привезла этот сундучок с какой-то своей поездки. И этот самый, ну сейчас что-то у меня масел совсем 3 или 4 коробочки. Как-то я их покупаю уже, только когда вот мне надо наполнить мой дезик свежим эфиром. У меня закончилось там, ну вот тут буквально на раз осталось завтра пятки помазать. Organic Kitchen, шлейф из звезд, крем-духи для тела органические. Жасмин и мускатная роза, это подарок от подписчицы Полиночки. Это, ну да, вот Organic Shop, Organic Kitchen. И я на него тоже оставляла отзыв на Арике. Ссылочку тоже на него оставлю, может вы почитаете. Что-то у меня там булькнуло сзади. Ну такой неплохой. Я его использую сейчас как крем для ног, потому что у меня крема для ног, по-моему, уже нема. Так как тут что-то есть, ну оно все туда идет. И последняя пустая баночка. Нет, перекись водорода тоже заканчивалась, но что-то я ее как-то в этот раз не складировала. Как мне кто-то в комментах все время писал, что у меня как перевязочная этой перекиси было как-то 7 баночек вроде пустых. Selfie Lab, Zen. Суперфуд энергия, пробуждающий тоник для лица. Натуральная матья 99,4%. Освежает, увлажняет, укрепляет иммунитет кожи. Для нормальной сухой кожи 200 мл. Это белорусская косметика. Я уже оставляла на нее свой отзыв на рекоменд. Тоже ссылочку оставлю. Очень хороший тоник. Хорошо увлажняет кожу. Мне очень понравился. Вообще до последней капли его выжила. Обалденная штука. Вот. Ну и что? Это у меня все пустые баночки. Сейчас я буду писать наш уход. Заодно гляну, что у меня там телефон будет. Если хотите поддержать канал, где-то будет облачко, я потом вам скажу спасибо. Если еще не подписались, можете подписаться. Я буду рада новым подписчикам. Если просто хотите что-то мне сказать в комментах, то можете это сделать. Если это будет в нейтрально-положительном формате, то я поставлю вам сердечко. Ну или это... Постараюсь поставить сердечко. Правда, я сейчас заметила, что я ставлю сердечки как-то вот, когда мне хочется, а не всем подряд. Ну и как бы, всем пока!